keep himself aloof from the universe by not to have.
факт бытия настолько очевиден, что когда ум смолкает полностью, остается тупо этот факт. И он настолько очевиден, что в нем с трудом начинают возникать мысли о том, чтобы что-то с этим сделать. Но суть не в том, чтобы с фактом бытия что-то сделать. Если ум полностью смолкает, но ты продолжаешь быть, значит, любая мысль, которая вылезет по поводу тебя или по поводу того, что здесь происходит, она уже продолжает быть в тебе, правильно? Разве нужна хоть одна мысль о себе, чтобы быть? Мысль нужна для того, чтобы быть кем-то или быть никем. Но разве для того, чтобы быть, тебе нужна мысль о том, какой ты или никакой? Нужно лишь просто, чтобы внимание не выходило как бы из этого центра. Вот ум остается поглощенный здесь, внутри нечто, внутри чего-то, что мы пытаемся назвать всячески. Нужно просто позволить, чтобы внимание не растрачивалось на мысли, которые будут пытаться возникать, а чтобы оно просто как бы центрировалось в этом, оставалось в этом, оно в себе остается. И оставаясь в себе, оно как бы просто заметит себя же, как факт, что я есть. Для этого нужно, чтобы просто внимание оставалось центрировано вот в себе сейчас, в том, в чем ум сейчас смолк. Когда ум смолкает, внимание остается в себе. Оно перестает растрачиваться на объекты,
на какие-то определенные объекты, на мысли, оно при себе остается. Ты не объект. Все объекты в тебе сейчас. Нужно лишь, чтобы внимание не распускалось в объекты, а оставалось при себе самому, если можно так выразиться. Тогда все объекты тоже включены уже в это. Все объекты уже включены в тебя. Весь этот зал включен в тебя.
все внутри картинки может меняться, появляться и исчезать. Но не меняется некий субъект. Некий воспринимающий все это сейчас. Я неизменно все это время. Все может меняться, но не меняется только одно. Факт, что я есть. И этот факт, что я есть, это не конкретное тело. Факт, что я есть целиком вся эта секунда. Абсолютно неизменен. Будто вообще без времени. Будто существует только этот зал сейчас.